Раз, два, три. Раз, два, три. Кто-нибудь скажет что-нибудь. Алло. Ехал Петя через Петю. Видит Петя в Пете. Петя сунул руку. Петя через Петя в Петю. Пете понравилось. Петя, Петя. Все это слышно. Так. Так, а, все, у нас четверо. Поехали. Бир. А за что там дисреспекты забанили? А, неизвестно пока. Ну, в смысле, я не видел деталей, я пока видел только... Угнетал женщин. Ну, наверняка, там же сейчас волна банов за то, что кто-то кому-то письку показывал. Котик, как ты можешь так пить, что вот ты аж миской звенишь? Блять. Как? Назвало. Ребандл мне дают. Что, что в нем? Что в нем? Там и визитку, да. Легендар. Что-то ты у меня прерываешься. О, какой-то прикольный набор. Да. Новый. О, мне дали очко. Cover tops. Как у сайта Digest. Или даже не такое, а просто дырку. Дырку. Аниме Экспресс. 3, стандарт. Блин, все такое клевое, хочется прям донатить. Нифига себе, блин. Добро пожаловать в чат, где городки. Здравствуйте. Добро где пожаловать. Зрители? Да и нормально. Самые пиздатые остались. А теперь 59. Прикинь, 40 человек такие охуеть нас заметили. Самые пиздатые — это ты о зрителях? Да. Заки, а тебе? Во охуенный бананчик. Да, самые пиздатые заки остались. Все, я сожрался. Сожрался? А чё? Вы поиграть успели, а я что-то, блядь, только в туалете типа сидел. Ты забыл, что надо делать, чтобы удалить голод? Пошел в туалет просто. Посрал такой, что-то не наел. Да. Я вообще не понял, как у вас 15 минут превратилось в 5. Никак. Потому что не было никаких 15 минут. Блин, 5-10. Не да. 5 плюс 10, а 5-10. Костян сказал, крыса идет какать, я иду есть. Сайд просто молча ел. Яишенку себе сделал быстро. Кто-то настойчиво перед началом каждого стрима открывает банку энергетоса. Не, у меня бутылка. Не, у меня бутылка. И ты ее не открываешь. Она тебя открывает. Ну, если так часто... Это я открываю. Это я открываю банку пепси. Так я беру литровую слаймом бутылку и... И запихиваю себе в жопу. Потом вторую. Рецепт простой. Что там, не добавили в Warzone какой-нибудь на 5 режим? Нет. Что там за Хабиб у нас в отряде? Это Петя. Это Шамиль. Это Шамиль. Стой. Стой. Это вот нормальный скин, мне он нравится. Остановись. А куда ты идешь? Это какой-то гей стреляет в попу. Слышите, сбейте гея из моей жопы, пожалуйста. Прикасался. Прилип. Крыса такой военный летчик, у меня гей на 6, повторяю, гей на 6. Голубой на хвосте. Гей-очки, гей-очки, прием. Повторяю, да. Гей в жопе, повторите, как приняли. Видел, что никто не с нами, пацаны? Да, мне же... с нами. Мне что-то очко проверяю, у нас что-то есть. Ты же отцепил его вроде бы. Да вот непонятно, блядь. А, фух, этот сайт сзади. Началось, есть тайный, тайный Санта игра, есть тайный гей. Сайдет. Вы надолго вообще? Тайный сайдет. Как пойдет? Часиков до пяти. Я пытаюсь как в Титанфолле по стене залезть. Ну какое-то чувство, да, это спокойствие сразу началось. На титановой размеренности. Это ты взял мою... Стой, я сейчас тебе высру ее, да. Не отстоять. Тут броня. Чё тут броня? А чё ты, крыс, такой голенький бегаешь, на ещё? Меня кто не пускает?
В чате спасибо. Никто ничего не пишет. Ну, все смотрят за нашей великолепной игрой, потому что, Заки... Бля, аж голова заболела от банки. Мы, кстати, уже можем чемодан себе наслать. Да, давайте я высрою. Сейчас, да. Берите деньги. Конечно, денег там до хера было. Чемодан теперь еще через руку вызывает. Кажется, по-прежнему подергивание даже после того, как ты комп обновил. Серьезно? По-моему, это да. Все, я как говорил, я выяснил опытным путем, что это зависит от количества, ну, от проседания феписов. Да, если ну, немножко. У меня 90 феписов сейчас стабильные. Ровно, вот. Да? Ну, а в вот районе, да. Себе, не, ну поставь себе это. Как его? Ограничитель. На какой-нибудь типа, на 80, на 90, типа, и чтобы они у тебя вот стабильненькие были, прям. Сейчас поставим. Ты видеокарты стримишь, да? А я ебу, что ли, Заки, что за вопросы? Как это кодеком появились? Каким кукодируешь, видимо, в этом вопрос. Пацаны, это... Да, погодите, не сбивайте меня. Custom Frame Rate. Custom Advanced. Custom Frame Rate Limit. А у тебя, погоди, у тебя 70. Развернутый, что ли, экран, не фуллскрин? Фуллскрин Borderless, да. Фуллскрин полное дело, не Borderless. Ты чё? Это говно. Да, Borderless говно. Согласен. Это три части? Ну, да я тоже никогда поставил. Ошибка не любил, но всегда хотел заставить себя пройти. Пацаны, что у вас по броне? Нормально все. Есть три запасных. Ты на фуллскрин поставил? Я... Да, на фуллскрин поставил. Я нашел с броней, если что, знаете. По-моему, на цель не успел. Я поставил я на фуллскрин, и я его поставил лимит 75 фипс. Чуваки, кластер валяется. А ты чё, Петь, вообще не видишь разницы? 70, 100? Нет, я вижу. По идее, Петь давно стать лучше, как бы. Мне важно, чтобы на стриме было нормально. Стало лучше, но, скорее всего, из-за полного экрана. Нет, из-за феписов. Я проверял, блядь, опытным путем это все. Я пробовал разные режимы экрана. Ну, смотри, пока мы летаем, я сейчас вырублю феписы. Custom Frame Rate Limit, Unlimited. Вот смотри. Стало хуже? Сейчас у меня 80 феписов стало вместо 85. Пацаны, тут такая хуйня есть. А чё ты не можешь графон чуть пониже сделать? Чё? Нет, не могу. Нахуй у меня 3 2080 Ti. Чтобы графон был хуёвый. У тебя одна. Да. А не игра пройдёшь. Не поддерживает, по-моему, вообще сли. Кого-то наебать пытался, чмошник, блядь, а? Чё, Заки, стало хуже? Вот я сейчас вырубил феписы. Ну ты побегай пока. Ну ты побегай. Ну, было лучше, чем было. Было лучше, чем было. Нет, было лучше, чем было до того, как стало лучше. Это такая загадка, я понял. До того, как ты ковырял настройки. Бля, как мы убрались дёрги. Ну, вроде... Сейчас, я знаю, как погоди. Дёргает. Чуть-чуть поддёргивает. Надо в окошко, смотри, сайдит. Да, в окошко. Короче, да, сейчас напишите, тоже... лимит FPS включить или нет. Потому что, ну, мне 90 и 70 разницы большой нет. Ну да, стало похоже, чем было. Я знаю, как вот сделать. Сейчас. Опа. Видите? Да? Минами? Там гей падает. Видел, да. По нему стреляли оттуда. О, да, там враги, походу. Включаю. На это, у монумента. Custom frame rate 70. Отвлекайте, Петь, пошли. Вижу. А кто будет frame rate менять? Момента. Надо собраться всем вместе, пацаны, бы. Стреляет кто-то. Справа откуда-то снайпер, кажется, какой-то. Меня видят. Откуда тебя видят? С монумента? Да, я пытаюсь поменять монумент. Там двое. Момент. Ух, ебаный в рот. Сбил броню. А как они... Блять. Пиздец. Откуда они. Откуда справа вообще хуярят? Да с монумента. Они какие-то, блять, пиздец точные. Нихуя. Понял, я все понял. Тебя низко. Больно. Блин, что у него там за пушка, что он так хуярит? Пиздец. Спускается. Я не могу с ним сражаться, блядь, даже. Блядь. Они внизу уже, крыс. Вот там. А, и вот там еще.
пиздец. Понись, бля, да, действительно, они спили. Это было очень быстро. Что это грау? Золотая. Блять. Я понял. Ну, они пиздец. Мне прям на них бросают, пиздец. Я вот сюда перемещаюсь пока что. О, прикольно, пальчики. Да я врубил ограничение уже. Говноеды, блять, с грау заебали. Скорее бы ее понерфили, а? Так Саня говорит, не имба, значит, не понерфили. В смысле не имба, блять? Лазер ебучий. Конечно. Окей, Петю вызываю. Так, Петю пока не вызывабелен. Я сейчас скажу, когда. Блять, вертолет на меня летит. Он справа. Крадется, меня можно. Блять, меня ёбнули на... Я на комплект падаю. Золотой грау. А, это те же черти с золотой грау, это те же чуваки. Я думаю, да. Ну, меня из золотой грау распилили, крысу, по-моему, тоже. Удивительно. Да. Тут стреляет. Гейский пистолет. Да. Пиздец. Сука, я в лестнице застрял. А, какает, сидит тут. Да. Клёво. Здорово, Артём. Хоть Титанфолл-то вообще. Петя, а что ты... Комплект убили. Доме на втором этаже меня убили. Что я, что за... Чуваки, на комплект не падать, правильно? Да. Чё ты народ мне предупредил про стрим, они чё-то все разошлись почти. Половина. Так мы не знали, что мы будем играть. А ты видел кто-нибудь, откуда крысу убили? Так вот, мне на втором этаже вот убили, вот этого дома. Блин! Костян так долго целился. Это Костян упал так? Костян по красоте просто выступил. Не могу понять, с вами есть Денис или нет, с нами есть Костя. Костя, замена Дениса, что Хорошо было. Нет, главное так выцеливал, как бы упасть аккуратненько. Надо, короче, отсюда уёбывать, здесь все злобные. Да. Кетя, ты за сотку брал RTX? Я предполагаю, что ты брал за 80. О, сейчас редеплоят, да? У меня 2080 супер, я не помню, сколько она уже стоила. Не, скорее всего, 1070, наверное. Какой 80? Я не помню. Jailbreaker 70-60. Что это значит, пацаны? Чё? Что значит, пацаны? И чё? Это какой-нибудь ивент какой-то. Видишь? Наверняка. Ну, давай деньги. А, это может быть выпустят всех из тюрячки сейчас? Ну вот да, походу. Ну так мы это не в тюрячке, мы дохлые. А, вы же просто дохлые. А, не. О, нихуя себе, это вообще всех выпустили, получается. Ебанись. Сейчас парни с золотым грау. Я на комплект паду? Нет, не паду на комплект. Не-не-не, туда машина едет, вы чё. Она прям на комплекте. И снайпера смотрят. Пошли собирать кал. Будете кого-то убивать, спрашивают. Убивать? Нет, зачем? Чё, игра про убийство, что ли? У Кети не TI, у Кети супер. Супер на 20-30 тысяч дешевле стоит. Или даже на 40. Да, разница 5 FPS на 4К. Ну, типа того, да. Цена, ну, пушки ну, может, есть, горюненькие, можете взять. Спасибо. Так класс. Пацаны, здесь там в углу нас, опа. Мина, сука. Это мина, я думал, это РПГ. Угу.
Я там в углу насрал, ребята, можете взять. Вон там есть человек. Че у меня, Саки? Гигабайт? Гигабайт? Видеокарта. А, видеокарта. Пацаны, давайте сместимся куда-нибудь из этого места. Туда Блутона, и мы нихуя ничего не найдем. Давайте, ваше предложение. Ух, что за хуйня такая. 28 супер от 57. Ну, сдадим квест, как бы нам дохуя денег дадут. Там просто надо прийти к вертолету, который прилетит там на маркер и отдать им какую-то хуйню, и все. Очень что, много денег давайте дадут. Давайте попробуем. Просто попробуем. Я знаю, мы сдохнем, давайте попробуем. Да мы с Костяном уже такое делали. Ну, да. Ну, я не делал. Если мы, конечно, вообще живыми доберемся, блин. А что это за... Я прослушал всю ваш диалог. Что это за хуйня? Прилетит вертолет, ты ему сдашь какую-то хуйню. А, это он. Всё. Я понял. У меня, конечно, заебись оружие. 20 патронов впали, все. Там пизделка. Ну, короче, на тимспейшне замес. Они вернули эту хуйню с оружием, что надо до конца ждать анимацию, чтобы подобрать. Всегда было ты чё? Нет, оно пропадало. Зашел на анонс-стрим по титанам, это титанопад. Видите, здесь недалеко где-то. Да, вижу. Перед нами. Угу. А болтайте, тут есть какая-то вот хуйня такая, можете взять. И тут все Блутона, кстати. Вот там есть. Понял. Давай сначала этого одиночника уебнем. Да. Бля, мне нравится, как вы вдвоем вообще такие. Да, похуй. У нас нет команды из человек. Сзади, Костян. Угу. Я понял, это шутка была. Ой, бля, и с другой стороны тоже. Вот там нет. Ахуенно. Петя взорвался. Не, я прибежал четко с зубами, на гранату упал. Петя, ты сам себя взорвал? Нет. Я упал лицом на чужую гранату. Чувак, которого я убил, кинул в меня гранату. Граната отскочила от моей головы, у меня прям какой-то удар был. Я слышал его. И она к Пете прилетела. Да, типа того было. Че у Димы происходит? Дим, что ты не рассказываешь? Так у меня враг, я думал, вы про него говорили. Там, где твоя метка была, он в лесу рядом. Где-то там. А, вижу. Там. А, нет. Добил. У меня. Ебать, их там двое, ясно. Тяжко идет. Какой самый СД лучший? PS5, чувак. Копи на PS5. Меня тречит. Блин, а где? Да... Ох, блять. Это Грау, это был Грау. А, нет, это М13 был. Нет, это был М13. И у меня игра зависла. Здорово, Мика. Все прошло. Проебал стрим по Титану, да? Проебал. Ну, запись всегда останется, мы там довольно весело. Прошло, в смысле, запускаю сайт? Да, все прошло. То, что ты вытащил нас, меня из-за этого залагало, видать. Сука, комплект хочу поменять, сука. А колды, кстати, в этом году уже не будет, походу? Будет, Black Ops, ты чё? Чё? Вот, неизвестно, ремейк или четвёртая часть. Да, блядь, там всё уже давно известно. И что так это будет? Так не трейлера же ничего это не было. Это перезапуск Black Ops, блядь, и всё. Опять перезапуск? Ни в чём счастье, что идеи кончились. Причем, ну, на основе вроде как, ну, МВ-19 года будет там, ну, так же двигаться, по-моему, все будет, так за оружие будем стрелять примерно. Та же игра, короче, будет название другое, я тебя понял. С этим другой. А где хотя бы трейлер уже середина, ну, конец июня? Просто ее чуть позже... Не, просто ее чуть позже, как бы, кинут и все. А, на конфе майков, может. А хотя они же с Sony. Ну, контракт так, ну, заканчивается у Sony и Activision в этом году. На кем идеи гений? Да, блять, чувак, серьезно. Не мы ж не разработчики. Не мы ж не разработчики. Очка своего разработчика. Ебать, вторым оружием два золотых дигла.
Вообще, я надеюсь, они будут развивать этот режим Ground Wars. Причем один не перезаряжен. Да-да-да, у меня тоже начал перезаряжаться. И, надеюсь, будет хорошо все у них. Может, батла это увидит, что колда, типа, может в батлу, и такая, бля, надо сделать лучшую игру. Ты издеваешься с таким ТТК батла? Смеешься? Блин, у вас что, у всех двойные пистолеты есть? Я имею в виду это... Я имею в виду развить, говорю. То есть улучшить не вот этот пиздец, который в этой части, а доработать, там карты доработать, ТТКАУ, как ты говоришь, улучшить. ТТКАУ. Они просто сделали красивый трейлер, все купят ее из-за красивого трейлера, на самом деле говно, кажется. Спасибо, чувак, за рейд. 7 человек плюс онлайн. Рейд, сегодня рейд? А что произошло? Что это? Рейд из 7 человек. Что это такое? Ну, типа, рехост, только в реальном времени. Знаешь, что такое рехост? Рехост — это чувак, наш стрим показывает у себя на канале? Да, да, да. А вот этот чувак еще не вырубая стримов, типа, рейд делает. Типа, когда не вырубает, и рейд делает, ну, типа, ну, называется рейд. Я не понял, в чем отличие от рехоста, но неважно. Ну... Куда идем? Давайте... Почти ничем. Не милитари. Не милитари? Давай в сторож или Боньярд пойдем. Сторожа нихуя нет, давайте в, на край Боньярда. Давай Боньярд. Рейд Shadow Legends, вот этот рейд я знаю, да. Качай, по сути. Ищи меня в рейде. А ты там есть? Конечно. Я там, блядь, есть, у меня аккаунт прокачан. Сам прокачал. Сам. На работе? Серьезно? На какой работе? Вон на телефоне. Не, ну в смысле на работе пока сидел, тыкал? Нет, конечно, на работе я работаю. Мы не сидим на работе. Мы разрабатываем друг другу ты. Ты. Дилдами? Иногда нет пальца. Блядь, нихуя дикий какой! А дилды вам зачем в офисе тогда? Вы спасли или... Да, спасли. Чувак на меня напрыгнул и просто стал меня ебошить пистолетом по лицу. Я блядь, Сайрис, запылесосил все патроны, блядь. Да дай! У меня... Какие патроны тебе нужны? Держи. Что мой винтовки, блядь. Две... А у него снова на обойму, ты чё, это не... Две сумки валялось. Ну ладно. Пиздец. Я. У меня 50 штук всего. Вот. У меня всего одна обойма. Логотип деград отряда придумал профессиональный художник. Нейросеть Лебедева. И чувак там... У меня в доме. Какое место чувак получил там? Второе, третье, что такое? Или первое? Или не получил, но мы его взаимствовали. Да, дайте подняться. Задаунил за дверью. Ебать, там куча гастов каких-то. Да-да-да. Хуярь это дерьмо. Пиздец, прочистили клаку. Да. Я кто-то открывает дверь, и оттуда только два чувака на меня просто выскакивают. Пиздец. Страшное дерьмо. Ты кого-то видишь, Димон? Я убил на другой крыше человека. А там вертолет. Петя только что Осаму добил. Осама? Да, у чувака был не Косама, кажется. Куда ему дорогу? Усса. Бля, пацаны, мне броня нужна. А вам? И нам. Всем нужна. Прилетите, у меня есть кое-что для вас. Петя, ты где? Пацаны, я сейчас тебе дам броню. Встань сюда. Нагнись. Блять, ты что-то... Во. Охуеть. Смотри, Сайд. Охуенная эта броня. Так. Смотри. Смотришь? Смотри. Смотрю. Напомни, как кнопку это делать. Т. Т. Петя показал свое размерство очка. Не видно, не покажи еще раз. Делайте. Еще раз. Хорош. Смотри. Знаешь, что с твоей жопой в Warzone происходит? У нас цель, вы видите? Ну-ка. Да. Они там манус ковыряют. А встречи я сделаю. О, well. А я вот так могу. А вот так, смотри. Пластины. Мне скинул пластину, вот, ящик. А что за цветная такая штука, Петь, у тебя? Цветная штука? Флаг ЛГБТ. Да. На эту менюшку радиальная или радикальная, как она называется? Петь, броню возьми, пока она не исчезла. Радикальная. Вижу, идет. А, это спрей? Да, это спрей. Спрей. Блять, он вертолет сел. Это у тебя там картинка из игры UIMT какая-то.
Ну такое, да. Но это не наша цель в вертолете, если что. Это наша цель. А ты не, вы не в тот вертолет пустили ракету, или ты не выпустили ракету? Что выбрать-то? Петь. Я свой выбрал. Он приземлился туда. Он туда приземлился, бежим. Может, машину возьмем? По пути у Костяна. Какой сексуальный скин. Пулемета. Тебя анимешный, да? Он какой-то тоже розовый. Улетают. Ты пиздец. А ты у Сайда это... в перчатках или без? Или, или как? Не знаю. Петь, доставим пулемет, сейчас просто мы их дрочить будем. Сайда в перчатках у тебя. Ладно, забудь. Пока что дрочит меня Сайда, спасибо. Заебись ты Меня выкинул пицца. Выкинул из игры? Нет, из машины почему-то меня выкинуло. Все, мы зато в ГУЛАГе с тобой, Петь. А, нет, я один. Нет, Петя не в ГУЛАГе еще. Я могу жесты делать, пока ты... А, так Петя и Сайдат встречаются? С твоей мамкой. Хорошо. Блять. Меня убили. Сайдат, он слева. Блять, нет, тут меня сзади был. С другой стороны выебали. Так, а где нас выебали? Пиздец. Она, видимо, блядь, чересчур что врет, блядь. Ну да, она пиздец прожорливая. Оптимизация центр. Вообще у колдуни. Да. У тебя даже на 28 супер какие-то проблемы? Ой, 70. Ну, она просто, блядь, я смотрю, она... Сейчас, что она там, блядь, процесс вообще творит? О, Петька, здорово, гляди ко мне. Я даже диспетчер открываю, блядь, с проблемой. Она, короче, против мне на сотку, нахуй. Есть такая хуйня, да-да-да-да-да. Причем она не постоянно это делает, что самое смешное. Да, и память, блин, 80% хуерит. Да. Покупает 32 гига, пока типа такие модули, да, как память, есть. Да, ладно. А где вот эти модули еще? Наверху я может... рекомендую тебе такие же модули памяти, как у тебя, купить, пока они в продаже есть, но в ближайший год, наверное, будут. Ну, я бы после этой игры бы перезапустил, потому что дико тормозит, блять. Пожалуйста. Комп лучше перезагрузить. Нет, игры достаточно. Ладно, советом надо деньги искать. Да, я пытаюсь вот на крышу забрать. Мы можем, кстати, взять корону и... Выберите, да. Вы пейте 700к опять просто. Или не к? 700к, да, наверное, да. Так, а. А, может, бля, да, по-моему, к. К это, с которой можно гнать. Да я не помню, но я знаю, что такое к, в смысле, я просто не помню. Так, может быть, да. Ну там базовая бустовая частота выше, чем у Ника. Да корону возьмите, пацаны, 3 минуты повыбивайте. Да, я знаю. Как корону? Тут вертолет не осталось? Не, наверное, нет. Так не по 32 комплекта, а на 16 таких же модулей. Не обязательно, чтобы они все из одного комплекта были. Петь, бронебойный. Пожалуйста, блядь. Тебе тут две пачки брони, возьми их. Да, я бегу. И давай, наверное, в леса сиганем с тобой. Да мы один хуй светиться будем. Ну так мы хотя бы увидим наших ебарей. Вот тут вертолет стоит, но мне кажется, это тех геев, которые нас расстреляли, да, на крышу. Да, он, по-моему, нештатный. Ну он там, да, он там не резкий. На мне! Коцанный, без брони, пиздец. Но он ждал, ну точнее он видел пометки, понятно. Проц у меня сейчас скажет, пока зайду в настройки, где там это происходит. Этот компьютер, свойства системы, бля, нет, то или то, да. i7-9700K у меня, нихуя себе, зачем я K брал. Мы тебе советовали. Нет. Блять, я же... Заодно игру перезапущу. Давай.
Я показал, что он с другой стороны. Сорян. Я запустил Battle.net и не вижу 20-гигового патча. Что не так с игрой? 200 мегабайт всего лишь скачался. А, это шутка такая. Ух ты, оранжевая эмблемочка. Красивенькая. Поставлю себе ее. Блин. 198 гигов игра весит. Почти. 200. Да, пацаны, это колда, правда, какая-то не шибко оптимизированная. Ну да. Не парьтесь, это не у Пети, просто болеет. Вот обычно мультиплеер гораздо лучше работает, чем Warzone. Вроде как, по идее. А, ну, блин, чат медленный, все из Сибири, что ли? Ну, вы, ребят, расшевелите чат. Спросите у Костика, что-нибудь. Нарычал на них. 194 человека смотрят. Нормальный. Костян, как дела у тебя, расскажи. Ебись. Че кушал сегодня? Ты же работал, да, сегодня по-любому? Было дело, да. Бля, Костян умирает, чатик. Не могу ничего с этим сделать. Костян, что с тобой такое? Надо бы чайку сделать. Так беги, пока крыса раздупляется там. А что ты делал, пока мы все какали? Между титанами и колдой. Я помыл себе два бананчика и немножко черешенки. Так, а у меня растет клубника. Я сожрал целую тарелку. Хорош. А теперь это, что, показывают это сразу же, чтобы ты купил сразу скин, да? Это вот так теперь все работает. То есть я навожу на пушку и там предлагают, ну, измените. 2080, супер, да. И в магазин сразу идти. Этот опять пиздит на донат во фри-ту-плей игре. Это ж фри-ту-плей игра, на тогда. Жалко, что я ее купил за 2000 рублей. Ну, ты не играешь в то, за что ты купил, что ты купил за 2000 рублей. Вот поэтому и жалею я. Но если типа оригинального мульта бы не было, хер бы ты пушки прокачал. Да и похуй. Нормально. Я думаю, четкие пацаны вообще не парятся. Крыса, я думаю, из пальца он может разваливать вообще чуваков. Да у меня вот калаш, которым я пользуюсь, он вообще как бы не в мете. Там мне надо вообще переделать его, чтобы он нормально стрелял. Мне просто нравится, как он выглядит. Все, вся история. Такое ощущение, что с каждым патчем игра все хуже и хуже работает. Ух ты, я пилота сбил, прикинь. Чесушная ебэрка, как она называется. О, это твой опять скин? Нет, скин. Это то, что дают. Ну это же начало, разминка тут никогда своих не дают. Раньше без скинов давали. Ха, клёво, там вы играете, я в меню хожу. Ну, у меня загрузка карты идёт почему-то, блядь. А мы, да, мы втроём, кстати, заметьте. Петь, найс. Да, надо вываливаться, наверное. Да нет, главное. Нет, подождите. Я вытащил. Да, нет. Всё, Петя скорый на расправу вытащил уже. Я уже дёрнул. У меня какого-то хуя шейдера сетевой игры устанавливается, хотя я в неё не заходил. Епись. Запускаю, крыс? Ты с нами? Ну... Сейчас, подожди, пока, блядь, у меня эти шейдеры ебаные поставят. Блядь, без них никак, что ли, блин? Как раньше? Да как? И... Давай, что? Давай. Нормально все будет, погнали. Тебя просто лагать будет. Я ради этого игру перезапускал, блядь, чтобы не лагало. Наоборот, чтобы побольше лагало. Это просто движок не рассчитан на большие пространства. Поэтому все проблемы. Поэтому они изначально, блин, представили наземную войну, где большой кар. На сторил. Ты в Dishonored дополнение первой части проходил? Не все, что-то как-то я... Душные, да, они какие-то? Нет, они охуенные, просто охуенно? Не сложилось. Не пришлось. Я первое прошел, там их три, по-моему, да?
Ну, не считая этих, ну да, короче, три. Вот, я первый прошел, а два что-то как-то... Ну, Dishonored, он такой, ты, блядь, либо сразу весь проходишь, либо ты его никогда не пройдешь. Вот он, не, у меня с первым было так, я три раза начинал его проходить, но потом все-таки в четвертый раз я, блядь, заставил себя пройти. И с дополнением? Без. Я кое-как, а блядь... я вот так вот Brutal Sea для этого, для Bioshock не прошел Infinite. Я вообще Bioshock Infinite не прошел. Brutal Sea. Да. Может, Burial Sea? Правильное название Brutal Sea. Brutal Sea, хорошо. А ты что, Петя, как Dishonored относишься? Отлично. Я люблю Arkane. Но я Prey больше люблю почему-то. Он как-то да, больше зацепил. Может... Prey вообще обожаю. Космос просто больше. Не, я Prey, который Prey 17. Ну, все поняли. Не, ну почему? Arkane. Может, есть адепты старого. Нет, ну да, тот Human Head да. Делали, да. Они тут просто ни при чем. Не, Dishonored, Dishonored тоже очень люблю. А второй Костян Dishonored тебе больше нравится, чем первый или нет? Не знаю, они мне все нравятся. А за афроамериканскую женщину с одной рукой или у нее две там руки? Не помню. Ты от как? Он же вроде сказал, что ему все нравится. Заки, успокойся. Да, под всем я подразумевал все. Я даже что не так, блядь? Нет, ты играешь жесткие диски, нахуй, сейчас все спалится, что ли? Петя, у тебя на SSD? Нет, у меня SSD в компе. А, точно. Ты же вроде хотел там ноутбучные какие-то пристроить. У всех SSD на месте-то вообще? Нет, с нами был? Да, я с вами. Слава я Богу. Догрузился потом, прям к моменту полета самолета. А. Потом интересное говно. Дима, а ты жесткий диск ты не менял? Наташа, это я. Нет, Шан не здесь. Менял. Ну, здорово. Нет, давайте быстрее выпрыгнем. Давайте в променад East. Не West, а East. Пойдем. Как вам такая идея? Изи. Поехали. Костян. Хули ты унылый, блядь, такой? Да он устал, видимо, после Титанфола. Я, блядь, заебался уже про эти SSD, слушайте просто. Я понимаю тебя. Мартхау никто не хочет поиграть? Нет. Я тоже. Да опять какой-то гей присосался к моей жопе, блядь. Сука. Так ты расслабься и получай удовольствие, только он тебя привезет куда-нибудь. Пошёл нахуй, я не такой, блядь. Слышь, ты... Пиздишь. В смысле, я должен отдать свою жопу, блядь, любому гею? Нет, в смысле, конечно. Ты гей. А. Ну, может, он гей, который не отдает свою жопу. Жопа анус. Вы взяли контракт, да? О, бля. Я его видел, он в этом здании. Так, что-то я не совсем рядом. Охуительно, мы с вами упали, конечно, как обычно. Без вас не пойду, не переживайте. Ну, крыса, как всегда, да, уебал. В смысле, ну, я упал туда, куда вы, блядь, показывали. Хули на контракт, мы в 300 метрах. Ты пиздец, вот мы куда показывали, там мы и упали. Да вон, пиздец, вон, тут, вон сайт. В этом домике. Понял. О, что свистит? Это я Дима понял, свистит. Да. А, тут. Одно поджог, блядь, гори, сука. На первом этаже все и на втором есть. Да. Сзади, стоит. Там двое, еще, там еще, двое, еще, там еще, двое, еще, двое. Еще, 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 бля. Пиздец, пошли крысу спасать, ебаный в рот. Охуеть. Кто-нибудь выжил вообще? Нет. Их просто намотали, блять. Пиздец, просто пиздец. Ну нашу цель я вроде убил. Просто охуенно, мы им деньги свои отдали. Да, цель кто-то убил, и бабки шли в зал. Да, ну, там еще и дропшотер был. Очки. Ваше очко ушло, блядь, на зал. Блядь, да. Пиздец лагает, кстати. Да. А у меня сейчас получше стало. Не-не, именно сетевой код, именно овербендит, да. Центр. А босса... Здесь мы, конечно, слабоумные, нахуй.
отсосали у трех человек. А могли у больших? Да, могли у всех сразу. Ой, дропшотер, а да, блядь. А куда? Куда вы падаете? Я что-то вас не вижу, пацаны. Я прям под тобой сяду. А, да, бля, внутри, точно. А, куда вы, пацаны, падаете? Пацаны, куда вы падаете? Я почему-то реально... Бля, меня выебало. Сейчас мы на тебя наберем. У нас немножко осталось. Мне так наберем. Уставший, мне так, такой грусть нагонять. Не так хочется тебя развеселить. Гнусь нагоняет. Гнусь нагоняет. Короче, давайте, блядь, сосредоточимся и выиграем, нахуй. Жаль, я про SSD не говори, только ладно. Можем Костяна вызвать, пацаны. Погнали. Я вроде как закончил. Нам надо активно бегать и отвлекать всех от Димы, чтобы он всех ебал. Где ты нахуй, я тоже людей хочу убивать. Да я тоже, поверь, но... Окей. Да ладно, Сайда тоже умеет играть. Вертолет надо. Одно убийство. Давай Костяна вызову. У меня два. Так. Вызову сейчас. Петя, у тебя деньги украл, Костяна не вызвал, знай. Кстати, да. Блять, хотел подкат сделать, что-то не получилось. Вон в той стороне вызывает хуесос. Не эту кнопку. Мы тоже вызываем. Бля, это Burst Fire, ебаное говно, блять. Хорошо, что заметил. А, Димон опять съебывается, нахуй. Ну я стою, блять, жду, я смотрю, вы не идете. Я видел, как ты дёрнул в ту сторону, сидишь... Ну потом повернулся назад, смотрю, блять, вы не двигаетесь. И дёрнул, я тебя понял. Блять, я заебал, блять. Ты заебал, слышь? Пиздишь и пиздишь. Алло. Саня. О, Саня. Саня. Саня, привет. Поменяешь сайда, да, пожалуйста, он заебал. Я в очереди на замену. Я готов Саню без очереди пустить. Так пиздуется тогда. Не, если он тебя поменяет. Не, давай у тебя лучше. Нормального, не, хуёвого Саню, но нормального Саню. Слушай, я какой-то перевидел. Давайте вы оба съебете. Здорово, Саня. Здорово. Чё, Сань, прошёл? Что? Про сильных и независимых. Нет. И дропнул, что ли? Не, или не дропнул. Потом будешь. Ага, так и знал. Какой ты тут делаешь, блядь? Мразь ебаная. У меня тут еще люди. У меня тут еще люди. Задавнил одного. На лестнице, на лестнице. Готов. Они в туалете, походу, все сидели. Да, походу, да, и начали по одному оттуда выскакивать. Ну, классика, ну. Гной ебаный, блядь. Костян, иди до пушек дохуя. Возьмешь себе что-нибудь. Так. О, смотри, какая хуйня есть. Ты штурмов взял, который осечкой стреляет. Да, я вижу, я хочу как раз на что-нибудь заменить, вот на эту короткую залупу. Лучше. Че, может, вызовем лутбокс, как считаете? Да, кстати. Магазин рядом. Да. Да? Никто толкнул. Ну, я вот иду контракт там. Взять. Я иду контракт взять. Я иду контракт взять. Пойдем. Не, Костян, ты и Петя нужны. Блять. Блять. Так, куча армора. Да мы там уже все обсосали. А, ты в другом месте. А что они добавили-то с новым обновлением с последним? Противник здесь, если что. На этой метке. Ой. У меня близко цель. Я убегаю. Чего? Ты про код или про что? Про код. Вот четверки вернули. Прикольно. Деньги. Иди там, крыс, по-моему. А, да. Чё, как я так вам убегаю? А, тут чувак! Так. Вот там. Там. По-моему, он один. Есть второй вход. Нет, нет, Сайда, ты что же, долбоёб? Зачем ты повернулся к нему спиной? А я не думал, что он на меня побежит, если честно. Бля... Он я даже... кинул гранату, молотов, и его сжечь начало. Он я в думаю... комнатке где-то тусуется вот в этой. Он один был? Всё, ёбнул.
Походу, да. Сайдет просто по классике посмотрел на чувака и такой развернулся и побежал ко мне. Блин. Я кинул ему молотов туда, и я его зацепил, там, ну, пошел поджог. И я думаю, ну все, он там останется, и тебя пошел поднимать, а он мне, блядь, в жопу. Не, а он такой радостный, причем выходит, и тебя одну очередь. Я тоже это, я с килками это видел, да. Да-да, чувак такой, опа. Да, лоудаут, кстати, сейчас можем с перками обмазать. С перки. А, может, подождите, а на сайте... А у нас хватает на сайте? Хватает, да-да-да, пацаны. Давайте сайте. Ай, какой я лох, сука. Да ладно, норм. Долбоёб мув года. Классический. Купили? Купили сперки. Прорекламирую свой инстаграм, можете там вопросы задавать. О, хуяся. Да. Заги готовы делать. Опа. Вещи бесконечно. Что же это? Война где-то? Отвечать на вопросы. Конечно. По мне, при чем война? Да. По тебе была война, а в итоге, блядь, меня повалили. Петя! Это сграл. Я задымил твой труп. Ты ушел с почестями. Блядь, где нахуй? Вижу. Без брони. Один из них в дом зашел, если че. Сука, задавлен. О, блять, как это больно, нахуй. А почему они со всех сторон-то, ебать? Пошли, я сказал, один в дом зашел. Да не в дом, там просто, блять, почему-то я воюю с тем, кто крысу нахлобучил. В итоге меня нахлобучивает какой-то чертило со спины, блять. Ебать! Крысу кто-то нахлобучил, так бывает вообще? Бывает. Слишком самоуверенный. Мы опять хуйней страдаем, потому что... Слышишь, херня. Ты, ну, мы опять разбегаемся, все один летит без одежды, без всего, ему ебошат, пока он падает. Ты сейчас на меня намекал? Ну, прости, пожалуйста. Не-не, я к тому, что если бы мы не убежали, может, тебе бы не нахуярили сразу. И крысе заодно. Где Шмар. Купил фигурку Гордона Фримана на Амазоне. Она официальная? Официальная. Там Valve и Half Lambda, там всякие значки, все официально от NECA. Ну, не сам пиздатая фирма, конечно, но фигурка, в принципе, но... Вот про фигурки всем отвечу. С удовольствием. Не ответь, нахуя ты их покупаешь? Чтобы поставить на полочку, на столик. Прикольно. Прям какая-то анимешная эмка. О, да, я тоже вижу. Она, по-моему, трассером стреляет еще. О, и вторым оружием гранатомет еще. Бля, почему она берет стоит и стреляет, я понять не могу. Потому что это говно. Не, ну главное, анимешная хуйня явно для каких-то геев сделаны. То есть, ну, это... Да я слышу, ты скин хотел анимешный купить. Я не хотел скин анимешный купить, я хотел анимешную эмблемку. Ну, какая разница. Сайт сам по себе анимешный скин. Блин, у меня узбек скрылся с кем-то. Ужасного голема. Узбек же и есть голем, нет? Ну, узбек голем, да. Так он... из грязи. Давайте в этот, в ТВ-стейшн, или что это такое? Вот сюда вот упадем. Ты же знаешь, что там будет полный пиздец? Там, блядь, там же куча домов ебаных. Ну хорошо, давай выбирай тогда. Или куда? Ну ладно, все, летим уже. Ой, все, блядь. Они хотя бы немного немногоэтажные. Немного дандалы. Там кто-то на кого-то упал, судя по звукам. Нет, я окно, я стекло ломал. Как шоколад в руке? Да. Бля, никто не понял, пиздец, кроме Сани.
А, что ты сказал? Я тут отвечал про вопросы в Инстаграме. Про вопросы в Инстаграме? Ну, кстати, о моем Инстаграме, да, там вопросы можно задать. Я про них отвечаю. На них. О, ты задал вопрос, да, хороший вопрос, пока. Ну, и что я могу сказать, то, что значит там это SSD. Бля, меня опять тречит, пацаны, что за хуйня. Наша цель, короче, безвозвратно улетела. Не успели задать ей вопрос. Хороший вопрос, мне понравился. Спасибо. Спасибо, вопрос, пока. Я не пидоры. Пиздец, Костя, ты сегодня говно просто не человек. Я твой канал заберу, Костян, себе. Выслужи. Да, мы переедем к тебе, блядь, понял? А я уже рядом, в принципе, живу. Относительно Питера. Ну, приезжай, я выебу. Ну да, Костян же в Питере живет. Сейчас Костян коронавирус, не хотелось бы рисковать. Я готов рискнуть тобой. А, как это плохо, блядь, все. Костян хорош. Это самое. Нам надо предпринимать некоторые действия. Нам надо предпринимать, да. Блять. Ну я вот деньги собираю пока. Уважаю. Хороший вопрос, следующий вопрос. Да, вот я вот хотел. Хорошо. Что такое? Ну тоже там фигурки, значит. Уже хватает вроде. Да, неплохо так вибрирует в моей жопе. У тебя что, с вибрацией есть? Зайка сразу оживился. У тебя что, без? Нет. Зачем ты вообще их покупаешь? Не знаю, таких не бывает, по-моему, фигур. Зачем фигурки нужна вибрация? Подрастешь, поймешь. Вибрация. Что такое любовь к видеоиграм? Петь не подрасту. Roblox? Лутбокс, говори, пойдем купим. Рагнар Лутбокс. В Roblox. В Roblox. Бля, шутка про викингов. Я больно испытываю. Так. Ты боль испытываешь? Чего? От сперков. А, пацаны, мои убивцы рядом. Тебе говорят, Костян, просто контролируй свой рот. Вот, стоп, вот на вас бежит. Вот. Веха! Их двое на меня сразу вышло. Ну ладно, мы уже собрались. Повалил одного. Второго повалил. Что-то угроза испарилась моментально, заметь. Да. Что-то они, блядь... Ну, они, кажется, не... гондон на крыше сидит, на самом деле. А они не кончились, да. Я не... понимаю, да. Они конченые, блядь. Так, давай, короче, ты вызываешь лутбокс, а я вызываю Петю. Нет, мне не хватит давай. Денег. Не хватит денег. Так у вас Костя... Нет. Да, хватит. Подождите, я еще не проебал. Сейчас проебу и вызову. Не проебав. Давайте отдам пока деньги. А, ну ладно. Freedom, сука какая, а? Говна кусок. Че, нормально там? Да, хорошо. Деньги давайте. Деньги дай. Сейчас, Петь, скажешь, как погрузишься? Так зачем ты показываешь? У нас же ящик, Костян. Ящик чего? Брони? Нет, ящик оружия. Я броню показал. Ты оружие показал, пулемет какой-то. Я броню показал. Хорошо. Ты можешь его повесить на броню. В смысле, блядь, как броню на себя. О, тут прикол. Где прикол? Нету прикола. Не знаю, о чем ты. Пацаны, давайте я схожу в бургер. Там контракт. Сходим вместе в бургер. По
По-моему, кто-то щелкнул, блядь, у снайперки или мне что-то показалось. Я щелкнул. А-а-а. А, наверху, блядь, прикинь, Петя. Тут же есть лестница. На мусорку можно залезть. Там наверху пачка денег. А где контракт, ебат? На первом этаже. Ты вроде проходил, там не было. Ты на кухню не заходил. Не, я заходил в этом, да, беда. Но я на кухню взял. Вот, я в это окно выпрыгнул, от которого ты выпрыгнул. Слепой. Но я на кухню взял. Короче, давайте. Что там, тачка у нас есть? Да. Калаш с 5.45 лучше обычного тут? Спрашивает. Да. 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 ХЗ. Это у калаша можно... патроны поменять или другой калаш? Апгрейдом. Рожок другой поставить. Рожок, пирожок. Пирожок в творожок. Такие мы юморные. Че за хуйня? Что это пилик? Дима, это я велось остался. Мну. Ну? Они поднимают кого-то, видимо, я вижу. Видимо, я вижу. Ой, я вылез. Блядь, ладно. Вылезу-ка я тоже. Три человека перед нами. Падает кто-то. Уже четвертый. Вижу, да. Снял ему броню. Поджег его. Они в доме, да? Походу, да, внутри. Да. Один сзади, походу, у нас. Один снаружи, вот тут. Не-не-не, не спереди. Так, задавнил. Чувак вот здесь был. Сучара без брони, без... Вот, да, добили, хорошо. Вон там еще трутся. На улице, походу, один. Поднимите. Один на улице, но без брони, он тоже сейчас должен будет заливаться всяким говном. Блять, я вот не вижу его. Даже на радаре причем. Пиздец. Ну да, мне он кажется, где-то он здесь. Он вот в ангар убегал. Я думаю. Нет, нету. Сейчас на радарах тоже нет. Он был в скине Гоуста. А, так он мертвый, все, он валяется, блядь. А, я же говорю, я всех убил. Да. А, блядь. Поблизости никого в дроне не вижу, можем с перков набрать. Перков? Хорошо. Всем привет, кто... Всем с перки, пацаны. Привет. Привет, Заки. Блядь. О, и это... Господь, Господь. Иисус Христос. И это... Блять, охуенная песня. Лучший шлягер. Шлягер. У вас так музыка называется. У вас так музыка все равно называется. Шлягер. Ходил тут на пляски в городской парк. Культуры и отдыха. И там, значит, крутили моднейший шлягер. Голландский шлягер. Че, пойдем этих ебать? Надо. Кстати, а у меня ноль убийств, новый? Знаете. Да, у меня тоже ноль. 4. Я такой же крутой, как Сайд. Ты себя по жопе хлопнул сейчас таким звуком? У меня ноль убийств. Бля, недостаточно сочно вышло. Это вообще не слышно было. Да. О, бля. У тебя нет жопы. По жопе? О, да. Это вот так вот надо делать. Это не я был. Сайд повторно. Да. Хлопнул булками. Это парень Сайда, да, там. Подошел. Чтобы был такой звук, надо, наверное, штаны сначала снять. Нет, надо ладошки надо удалить, Заки. Для начала не надевать. Чего вы так далеко убежали-то, блядь? На крыше видите гондона? Два гондона. По этому бургеру бегают. Я предлагаю обойти вот по тому мосту и зайти чуваком в спину. Как вам такая идея? Казалось, я вот видел там. Петя, клип случайно сделал. Давай по... Поближе к это к деревьям, Костян. Ты как-то вышел.
Ты что, типа мимо засадил? Пацаны! Чего ты стреляешь, Петь? Хуйня страдаю, я по ним жаверином попал. Вот как он не умер, рядом же сорвалось. Ну у него этот. Ой, блядь, мне откуда-то прилетело. Оу. Перк на взрывчатку. Да. Нас 25 секунд. На, он в доме сейчас поднимать своего будет. На каком доме? Типа. Ну, блядь. На котором цель сейчас? А, большой дом с крышей покатый. Угу. Чувак, он не реконнектнусь? Скорее всего. Панки. Возможно, это трап. Невозможно. Да там всех можно сделать трапами, я так понял. Длину члена можно выбрать, да, у женщины. У клитора, нормально. А у мужика убрать вообще можно. А проверьте, стримец есть? Нет. Да. У меня нет. Сейчас обновлю страницу. Да не, есть. Сейчас обновлю страницу. Есть, да, есть. Эта хуйня у меня с интернетом происходит. Блять. Интересно. Я ножик в него кинул, блять, да не докинул. Да, есть теперь все, Петь. А что, давайте выйдем, Петю подберем. Кто главный у нас? Я вижу Костю. Я не знаю, кто стал главным. Наверное, я. Нет, не я. Сейчас Кузику сюда играет тогда. Скорее всего, в ГУЛАГе воюет. Костян? Потрясающе. Все. Я починил бы интернет, он что-то всю неделю хуёво себя ведет. О, нас выпустили? Что? А, это, блядь, не я, это Костя. Че, выходим? Да, думаю, да. Петь, ты готов? Да, я вроде в главном меню. Окей, извлекайте нас, кто там, пателит. Ну, Костян, попробуй, может ты, я просто попробуй, не да я ты. Главный. Не я тоже не главный. Кто-то из вас. Да, я. Я могу покинуть. Хуй. Я могу покинуть игру и команду только. Ну давай, сайт. Ну, давай. Вытаскиваю, вытаскиваю. Дай свою корону, не увидел из-за ее надписи. Все тут. Что, я к вам захожу? Да. Душоль. Похоже, на стори с доктором Дисреспектом. Что там за стори? Ну-ка, расскажи. Ну, уже инсайдеры Котаку пишут, что бан навсегда, и, видимо, его карьера тоже закончилась. Наверное, изнасиловал кого-нибудь. Да, домогательство было сказано, что-то такое. Бля, он же, ну... Подписался же с Твичом, и вот он забанен. Блин, а флирт, типа, с какой-нибудь бабой расценивается как домогательство в США? Да вообще, можно везде это, думаю, приплести. Нет, знаешь, можно баба. Домогательство расценивается домогательство. Типа... Ну, блядь, ладно, не могу пример привести. То, что делал Крис Авелон, это не флирт. Не, ну как в тюрьме, да, еще так достаточно нежный по тюремным меркам, а вообще в обычной жизни нет. Слушайте, а это что он конкретно делал? Ну, так как-нибудь завуалируйте, не знаю, что нас не забанили. Он писал: Наташа, это Крис, да я тебе присуну. Вот так вот, в открытую. А потом писал: ой, сорян, это я не тебе, извини. Я маме писал. Да. Хватит твоей. Ну, то есть он вел себя как конченый гондон. Ну, короче, он как школьник общался с ней, типа, по сути. Может, он сценарий для игры, блядь. Сценарий для игры? В Facebook Messenger? Ну да. Фразами пупыску дай.
Ну да. Ты же знаешь, эти фанаты РПГ, они бывают такие особенными. А доктор Дисреспект, я думаю, ты говоришь, Костя. Дисреспект, как я его так... Дисреспект. Дисреспект. Ты что, Цэш не доктор? Цэш какой-то ну ладно, не буду. Хотел сказать плохое слово. Это, ты говоришь, карьера закончена. Я думаю, на пару десятков поколений вперед денег поднял на тупорылых ублюдках, которые ему донатили. Так что все норм. Так ему же Twitch с ним эксклюзивный контракт заключил, Twitch ему... Ну и Twitch ему отвалил, да. Ну то есть денег он поднял и с наркоманов этих самых, это самое... Которые вас смотрят. Ну не одобряем. Он же их нахуй там слал со всех этих полей. Он же такой был, я так понимаю, достаточно грубый мужчина. Да. Так, по сути, это типа как образом его было? Это был образ его, да, и меня очень удивляет, что кого-то изнасиловал, если он образ создает себе такой. Он в образе был. Ну да, просто товарищ судья, я был в образе, это не считается. То, что он кого-то изнасиловал, не было такого, сказали, что кто-то кому-то домогался. Никто вообще ничего не сказал, я предполагаю. Ну да, да, да. Так и рождаются новости. Заки такой сразу, это любовь была, это не насилие. Почему сразу изнасиловал? Все по любви. И фигурка Думгая. Крови и говни. Что? Крови и говни. Жесть какая-то. Бля, Костян, что такое говоришь? Костян, это просто пиздец. Костян, ты что такое говоришь, Костян? Ну что ты? Костян, ты что, Костян? Ёбаный, Костян. Блядь. Ты что это за звук был? Чё? Кончил. Это мышка кончила или что-то типа того? Мышка. Крис Авелон до мышей доебался. Сайдет всё, уплыл. Что это все? Одна большая шишка. Одна большая шишка. Домогательство не смешно, блядь. Нет, конечно. Сайта, по-моему, не переживет. В парке был какой-то такой прикол. Это не смешно, над этим нельзя смеяться. Над чем там? Про что там говорить? Про все. Про рак? Про маленький писюн, блядь. Кто стреляется? Не вы, я понял. Короче, в магазине там он там... Вы, пацаны, бегите ко мне, я вас подожду в кустах. А то эту цель... Цель. Ебать, Костян, ты напугал меня своей болотной абразиной. Болотной жижей. Да. Я потихоньку иду. Это было ужасно просто. Нет, прекрасно было. Я сразу себе жизнь как продлил, блять. Ух. Про медсестру с зародышем на лице говорят, это было, а может и нет. Ну, я помню, что мистер Маки говорил, что наркотики это плохо. Окей. Но он не говорил над этим. Там груз уже. Да, груз уже. Груз, этот груз на наши плечи сейчас ляжет. Так, о, поездов один чувак. Доктора Дизреспекта забанили, популярный твич стример, англоговорящий. Ты сейчас так говоришь, ты так сейчас медленно говоришь, как будто ты бабушке своей объясняешь. Там наша это, цель, что возможно, произошло? Захочет к нам присоединиться. По-моему, Морфей из Брикаут стримил, между прочим. Вот здесь черт. Да, нет. Это просто... Еще один убегает. Ты метнул в него что-то, и он сдох там? Ну, гранату. Бля, очень мало хп у него. Справа, 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 от меня хуярит сверху вот здесь сверху, где-то. Сверху по нему стоит. Ууу, сфу. Моя жепа. А, все, кончились. Угу. Так и знал, что надо броню было купить. Спасибо, Костян. А этот чувак, смотрите, погиб, и из него вообще ничего не выпало. А, нет, вот. Да, снайпер, вот там снайпер. Где? Блять, вот там снайпер.
наша цель, видимо, которая уже кончилась. Ведь мы опять вот это вот. Вот это бегу с их оружием, блять. У них было грау, блять, МП5 такие обстосы, блять. А мы пойдем хуярить этого? Да. Конечно. А какой смысл? Может, контракт пойдем возьмем? Ну, если они тут враг сидит, можно его ёбнуть. Ну, целится из-под вертолета, мудила грязная. Броню ему сломал. Другому сломал, да. Нет, следующему сломал. Нет, там слева еще. Вон он до сих пор сверкает очком своим, Розотина. Слышь, ты чё сверкаешь? А, это Петя, блядь. Ебать, как это больно, блять, ну вот это грау, это просто пиздец. Я всю броню снес за секунду, блин, гандон. О, блять, больно. Ну, с ангара иду, да, блять, не с ангара. Заползай. А-а-а-а-а-а. Меня вот тут уронили. Лежит. Да пошел ты нахуй с этим сифором, говна кусок, блять, ебучий. Бежит. А, чуваки. Костян, ты там так заперся стрёмно. Убил. Я заперся. Всё? Он умер сразу? Ты в уголке, да, он сразу сдох. Ты в уголке был, я пытался тебя спасти. Друг. Но ты не спасся. Ты дурак, я дурак. Пойдёмте Костяна поднимать. Я ещё в гулеже. В гулеже? Ну ладно. Маска чья-то. Так, о, что это у него? Прикольно. Песчаная буря, нахуй. Прикольно. Ага. А чё, Петь, грау не взял? Где грау? Это грау? Да. Бля, всё, можете поднимать. Гнус не мог, что-то меня убил. Да, это грау. Она какая-то, наверное, не классная. Да нет, как все бегают. Да? Все, ну, как все. Прицела просто нет. Заднеприводные. Ну, прицел считаю, что там не надо. Вызывайте Костянчика, давайте Костянчика нашего вызывайте. Купите брони. А я куплю, она вся в меня всосется. У меня слишком много. Выкинешь что? Бля, ну давай, ладно, уговорил. Купил. Я, кстати, что человеку, у которого 7 брони сейчас в данный момент, знаете. Ты человек, у которого 7 брони? Да. Петь, давай я тебе возмещу деньгами. Да не, забей. На. И Костяну еще купите броню, а то без брони. А тут что за чемодан лежит с броней, не с броней? Нет, это с патронами. Патронами, да. Сломался. А там двоих оставлял. Я иду. Там боди армор. Кстати, пушки есть на самом деле. Сам боди армор. А я пушки уже взял. Он столб мне. Кстати, Петь обсидиановый грау. Хуя себе. Кстати, да, я только сейчас заметил. Ну, когда я посмотрю на твой обсидиановый грау. Ну, смотри, я его к солнышку повернул. Да на стриме смотри, так, тебе культуру. Да нахуй мне стрим, я хочу тебя посмотреть. По-моему, ему не грау надо. Да, по-моему. Вау, тебя такой грау. Здесь недалеко от нас были, ну, 400 метров от нас человек. Давайте, да, произведем некоторые вертолеты. Я предлагаю на Тачиле ехать, на самом деле. Канал стримера Доктор Дизиспек до еще 26 июня стал доступен после двухнедельного бана, хотя многие ожидали от него гораздо более сурового наказания. Администрация Twitch заблокировала канал Гая за трансляцию из туалета на 3000. Гая? Погодите. Это старая история. Прошлогодняя история, ребята. Ребята, вы что? Что вы такое говорите таки? А, нет, не то. Вот это. Кто-то вертолет елозит. Не балуйся. И это... Ты куда, Димон, летишь? За контрактом. Зачем? Вон. Подберите кто-нибудь. Где он? Блядь, 1200 метров. Это... Голод этих долбоёбов снесём.
Не знаю, кто кого снесет сейчас сайдит. Вот, вижу. Нихуя себе. Надо на крышу падать. Блять, пацаны! Охуенно, снесем долбоёбов, сказал Костя. Или кто там сайдит. А что я с тобой случилось? Долбоёв. Ничего. Меня сняли, мне хоть шоу перестал. Пиздец. Петь, ты чё? Споткнулся. Ух. А ты чё? Они поднялись уже? Они там еще стоят. Да, что это, блядь? Класс, да? Я как медсестра. Это читеры, блядь, что ли, или что? Поднимаются. Они ко мне поднимаются. Ахуй, что это, блядь, как? Как это нахуй? Что это за дерьмо, блядь? Это читаки, походу. Да он от бедра... Да ну нахуй! Справа тебя, кстати, должен быть. Пиздец. Я чувака еще не видел. Не, я на одного секунду прям посмотрел, пострелял по нему, он меня выбил просто, блядь, за миллисекунду. Просто от бедра, блядь. У него пушка, как лазер от бедра стреляет. Не, меня не УЗИ убил, тот, который нас... Тебя добил, это УЗИ было? Да. Ёбаный черт, блядь. Я только звезд чей-то услышал под конец. Наш, наверное. Ой, блядь. Ебать. А, это чё так? Он прилип. Меня ножом метательным убили. Не, он просто стоял и не двигался. Он стоял, прицелился, блядь. Кайф, так, возможно. Да, видимо, да. Ладно, наверное, пойду я, блядь, заебало меня это, блядь. Давай последнюю и пойдем все. Давай, да, последнюю. Давайте, да. Я согласен с этим. Но только нормальную, само собой. Да, в смысле нормально? Один раз и все, блядь. Не, мы если упадем и сдохнем, то еще одну. Такой звук, блядь. Я думаю, что пожрать еще можно. Мясо пожрал в доме. Да, хорошая картинка. А Костя живой вообще, спрашивают? Да. Так. А почему ты за него отвечаешь? Ты еще рукой его помаши, знаешь, так типа, да, это я, Костя, я люблю активности, которые Костя делает, пить воду, дышать. Играть в War Thunder. Люблю War Thunder, качайте. Тысяча, больше тысячи единиц. 1500, 700. Более 3000. Более 3000 покемонов. Покемонов. Какая-то сцена из Оно 2, да? Оно 2. Я вот не смотрел Оно 2. Я не смотрел. Говно, только первая часть. Хуета. Первая часть, оно стоит говно. Ну, первая часть, она с твоего говно, понятно? А вторая? Ничего так. А третья? Третья еще не придумали. Ай. Ну реально же говно. Я повторюсь, она с твоего говно. Серьезно, ты считаешь это хоррором хорошим? Хуйня про... Это хороший хоррор. Для меня уже вообще ни одна игра хоррором не считается, так что расслабься. Так это мощный фильм. Здесь игра сойдет. Я просто как уже. Я уже это только игры могу воспринимать. Как. Что-то, что может напугать. Ты сверхчеловек. То есть тебя. Ну то есть. Какой давай такой самый страшный хоррор, который ты смотрел? Silent Hill 2 на свете. Это лучший хоррор на свете вообще. Не фильм, а игра. Нет, я смотрел, говорю, смотрел цель. Смотрел, не, я не знаю даже. Но мне 14. Это про. Про отель от Стивена Кинга. Как этот фильм назывался? Отель. 1488. 1408, по-моему, как так, там, где... Вот это я считаю отличным хоррором. Да, 1488, нормально. Понятно. 1408, да, вот правильно в чатике говорят. Охуенный фильм.
что еще, но мне, знаешь, пока это всех не заебало, мне нравилось Сумерки. Явление. Не-не-не. Вот там где-то от камер фильм, господи. От камер? Не знаю, мой самый любимый фильм, наверное. Паранормальное явление. Вам нечто нравится? Нечто? Которое? Карпентер? Оригинал? 70-х? Я ни одно не смотрел, кстати. Кстати, это новый тоже нормальный. Как и Чужой. Да и новый. А новый я не помню, я смотрел или нет. Новый — это ремейк. Не ремейк, это этот приквел, блядь, приквел. Да, приквел. Приквел в смысле про станцию, которую сожрали до того, как приехал Курт Рассел туда? Да. Но в этом, в Оно, я точно видел этих монстриков, и они пиздатенькие даже в старом фильме. Там прям очень хорошо сделаны. Не в Оно, а в Нечто. Да. Там прям очень хорошо они сделаны. Видно, что кукольные по большей части, но как камера поставится в эти моменты. Что значит по большей части? Ну, некоторые настоящие из личной коллекции сайта. Некоторые компьютерные там явно, скорее всего. Ну, мне так кажется. Я не эксперт в этом деле. Я не эксперт в компьютерах. Я не респект. Я не доктор из респекта. Пацаны, вот там гондоны бегают. Вот здесь гондоны бегают. Давай, Костян. Такая команда, блядь, вылетает нахуй. Команда аутизм. Бля, ракета улетит. Чпонька. Бля, подлагает. Ой, что так лагает? О, лагает, да. Говорю, да. Ну, молодцы. Повалил. Кто там воевал с человеком? Мы с монстрами воевали. Мне нравится, как у меня пушка отлокается, какие-то к ней события, хотя еще ни выстрела из нее не сделал. Костян, какого хера? Как ты сдох? Ну, пришел человек и указал мне на мое место в этом мире. Человечек подскочил. А вот там на вышке, видите? Хуйня какая сидит. На какой вышке? Вот на этой. Я, блядь, не могу собрать. Снайпера вижу, да-да-да. А у вас есть РПГ какой-нибудь? Дочка, говорят. У Безноса? На кого, говорят? Я не понял. Кто, чего? Там про новую часть Гарри Поттера. А, этот. Мортенсон, как там? Подними Костяна, кто? Блять! Давнет. Добил. Давайте Костяна поднимать, найти копеечку. Копеечку. Давай. Какуля. А на каком ярусе? Чуть не вижу его. На самом верху. На самом верху был. Может, я к нему залезу? Плохая идея, на самом деле. Почему? Костян может к нему залезть. Да, может Костян мне упасть. А там враг, могу, конечно, у забора, у забора вот этого был. Слышь, садит. Враг, у забора был. Давай позицию займем лучше. Ну, он, по-моему, убегал, а не бежал. Вот, у меня. Что такое-то? В доме, да, я там Костяна? Ну, убежал туда. О. Снайпер все еще там, блядь. Вот он. А он мне хэдшот поставил, если что. У него снайперка. Я не понял, да, где сайт этот фабричек. Ты где он? Он на мне. О, снайпера повалил на вышке. На вышке снайпера повалил. А он должен сдохнуть там? На вышке-то? Ну, наверное, нет. Ну да, помрет, его некого поднимать. Я имею в виду, он сам должен был сдохнуть от того, что мы его команду переебли. Или это не его команда, я пойду куплю Костю. Я, может, на вышку поднимусь. Давай я лучше упаду на нее. Давай, ну там раненый долбоеб должен лежать. Сейчас я только увижу, блин. Костян, очко смазывай. Давай, смазал кровью. Слезами. Слезами. Да, левит еще там. А вот почему он там лежит? Где его? Сказать?
Все, добился. Пойду снайперку хоть сниму, возьму что-то. Видите, у нас там враг еще позади. Да, ресает. Сука, это я вот в точку не влез. Поднимает вас сзади, пацаны, если что. У моего магазина. Че? У вас люди, людей поднимали сзади. Ты гонишь. Нет, не гоню. Серьезно. Я только что костяна тут поднимал. Не-не-не, дальше у магазина, вот у этого где-то. Сейчас, пока я помечу. Где-то здесь был чувак. А, тот магазин. Угу. Не вижу никого. И зона идет, пацаны, зона идет. Да. Хуёво. Да, вот он, кстати. Нет, тут, ой. От бункера, да, хуярит? По мне, вот сюда и башили. Блять. От бункера. Мальчик. Где? Где? А, он в окошке, мразотина. Пацаны, повторюсь, зона идет, уходите да, оттуда. Да. О, мы идем. Ой, блять. Мне на голову пидор упал, прикиньте. Я даже не заметил. Давай, Костян, хуярь его. Чипанал этот. Да черт возьми. Ух, Костян. Никакой пощады. О чем, Саня, какой хуярь, он же меня только что выебал, а ты про это... Саня. А я хотел Resident Evil story построить в итоге. Саня тут при чем? Не знаю, ненавижу его. Пиздец. Заклеить сирот кости. Янус. Кто такой Родипит? Родипит то, что больше никогда в канал не придет. Забей вообще, не стоит напоминать. Сука, дикий, а, просто. Да вообще. Бандит, блять. Разбийник. Видео отсюда, разбийник. Да, разбийник. Сбитень. Быстрее. Такое вообще. А что мне толкаете? Ускоряем. Я просто ничего не боюсь. О. Самое очень радостное, что у нас опять на костяна есть. Очень радостно. Ну знаешь, блин, после его слов. Ой, а давайте мы можем. Где? Ебать. Нокнул, вайпнул. Так, костян, по звенькой мудями. Где магаз ближай? Вот, ближайший. Нихуя себе. Мудёй своей по звенькой. Не, походу вот этот ближайший, что-то. Да, это 250. Пойдемте за Костей. Блять, я снопутом свою не взял. Я к вам на машине подъеду. Кого не взял? Снайперку не взял. Ну, взял комплект с перками. Там, там падают, да. Сперки. Все, это слово вечера, сперка. Это, блять, вечное слово. Там какие-то крипы хуярят про нас. Комичные. Там броня это, на всякий случай не клипайте вот эти вот выражения Костяна, пожалуйста, потому что нас за это реально могут забрать. В доме! Давнет. Клип. Я вроде Брайка предупреждал, но вроде не дал. Мы, конечно, не имеем права решать все за вас, но мы очень поспросим. Я ты демократ, бля. Ебать, либераха. Либераху порвало. Пойдемте Костяна поднимать, заебали. Либерахия. Ой, там снайпер целится. Да. Снайпер целится. Ухочуся. Мы заменялись, походу.
Какой ты. Крыса, дай денег. Нет. Она. Я это обидно сейчас было. Так, лосины купил. Лосины? Пита купил. Лосины купил. Угу. Пластины. Тут запасные сайды. Это пацаны, давайте это съебемся отсюда нахуй, потому что они будут... Это зона идет, да. Зона, да, да, вот я из-за этого хотел сказеваться. Больно, блядь. Федя. Я оббегаю справа. Федя, Федя, сюда ухожу. Тимеля, Тимеля. Мне кажется, я слышу смех Дениса, но он у тебя за спиной смеется, наверное. Обернись. Обернись, да. И готовься к проникновению. Мало того, что картавит, теперь еще и заикается. Трассеры слева были. Таблетки от обернись. Пацаны, мы к нашим убийцам приехали. К нашему яйцу? Убивцам. Это вообще у меня это полосочка горячая была. Горячая? Горячая полосочка. Горячая. Потрогай ее. Там врага бежит. Там врага бежит. Где? Ага, броню сломал. Вон еще вдалеке бегут черти. Так, ну тут все обсосано. Вот там далеко-далеко. Вы видите. Бадья говна. Бадья говна? Угу. Они там перестреливаются, там война идет. Давайте пойдемте повоюем. Пускай, пускай. Пацаны, у нас вот здесь вот чувак. Вот в этом месте чувак. Вот в этом в каком? О, где речка? Там чувак был. Речка. Где речка или решка? Во-во, катается в ебан. На машине, ну похуй. Вон там интересная война шла. У есть кого на снабу патрона? У меня все. Нет. Кто-то подписался. Галя, там был донат. Там был донат. Я пропустил. I fucking did it. Гуфи 100 рублей. Спасибо. Спасибо. Димон, ты от нас на 100 метров, если что, знай. Да, меня сейчас пушить начнут, блять. Кушать. Кушать. Кушать и пушить. А этот чё, за к нам едет на машинке сразу. И там, кстати, король сидит. Понятно, что он на машинке катается. Ебать, кто он ко мне подкатился. Это наши убивцы, мои убивцы уже рядом. Да, мои убивцы. А у них же нет вариантов, да, кроме как к нам ползать? Блин, там столько лута лежит. Да похуй. Кто разбил да окно? Я разбил два окна. Ну что, их будет выдавливать-то на нас? Уже давит. Они, небось, справа пойдут, нет? Одного убил. Вот еще один. Он еще идет. И все. Вайп, да. Блять, у них там столько лута. Да, да, есть такое. Столько. А кого противогаз здесь? Там же норм, по-моему, можно. Там противогаз сам по себе отдельной жизнью живет в зоне. Дымится, скачет перед тобой, Костян, смотри. А он ломается просто. Пердит, да, он ломается. Ну, смешно было очень. Он такой прыньк-прыньк. Я патроны не взял. Костян, ты не взял патроны? Рафловский, спасибо за подписку. Какие патроны? Снайперки? Да. И записку. Спасибо. Записку и подписку. И надписку. В этом ебаном канале чувак тусуется, надо его трахнуть, пацаны. Ну, на машине тусуется. Ну и чё? В этой ебаной канале. Брат, я ебал ваш канал. Ну так Костян и думает, видимо. Это да. Не подспоришь даже. Так, что мы берем тачку, едем куда-то или не берем тачку? А давайте возьмем тачку и пойдемте за ним. Покатаемся, будет экшен. Да, он уже кончится скоро, ты что там все? Да у меня экшен кончится, когда у меня патроны кончатся, а патроны у меня уже кончаются, блять. Блять, ему скучно и пиздец. Мы можем, в принципе, что-то сделать. Сюда поехать. В чистом поле не стоит, только ради бога, Костян. А, точно. Хорошее замечание. Здесь попробуем, блядь, полутаться, а то...
Пустые, как, по-моему, молотают. А, это коктейль Молотова. Да. Вы разделились на два отряда, если что, пацаны. Мы. Ну и что? О, золото, нихуя, нихуя. А, бля, чё тут? Жок, это что такое? Это человек, Костян! Это человек, это облако? Это птица? Сука. Это самолет? Ой. В ногу ему попал, не убил. Даже броню не снял. Опа, это по мне. На башне на водонапорной, крыса, помоги мне. Да? Наверху наверное, торчит. Где? Вот на вот перед тобой башня. Которая... А его, по-моему, повалили. Нет, его не повалили, он меня повалил только. Ой, что. И меня повалил. Охуеть, как так-то. Вот так. А вот так, а вот так. Спасай нас, Костянчик. Кто там остался, Димон? Сейчас спасу. Сейчас приползу, спасу. О, Костян, давай. Это он уже там броней закинулся. Бля, ты давай спасай. Так он меня кроет. Ну ты меня... Бля... А, что? 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 Минус 4, изи пизи. Ну мы потому что долбоёбы. Да. А, я еще в ГУЛАГе. Я тоже. Ёба. Костян. Смотри от меня. Не хочу. Бля, а почему у меня... Не надо свернуть. Нет, нет, ты можешь переключиться. А, я на тебя смотрю, да. Ты дрочишь. Вот что с твоей жопой происходит в Warzone. Дрочь-моч. Это было классно. Нихуя какая дерзкая скотина, бля. Скоцина, бля. Скоцина. Скоцина. Ты посмотри на эту скоцину. Она же вся убосана. А этот гей вроде ушел. Не, я уверен, он там. Петя, нет, на... Да, на порт, блин, ну, ушел. Это... А где? Где уже трупы-то, блядь? Вот дальше, дальше, дальше. А дороге, зачем тебе наши трупы? Там ну, вот, они, наверное, были. Скоцина. Вот за этой машиной. За этой машиной, да. Ты пошел встать туда, чтобы снайперу удобно было? Они уже так он ушел уже оттуда. Да, вон, ты че? Ага, клеймор стоит. Растяжка, растяжка. Я. А? Что делаешь? Вот он, вот здесь вот. Че? Опять он, блядь. Ой, господи, какие вы дебилы, блядь. Да, есть такая хуйня. А ты нахера я взрывал-то вообще? Давайте еще одну. Нет, все, я все. Хватит, хватит. 4 часа ночи у меня, по крайней мере, думаю, это идеальное время, чтобы закончить. Эти ваши ластецкие, которые, блядь... О, это было просто царски, блядь, просто, блядь. Да ладно, просто неудачный день. В штанах-то нормально было, все удачно, это игра говно. Ладно, спасибо всем, кто смотрел на этот позор. Пока. Всем пока. Пока.